Это просто праздник какой-то. Узнал вас. Что, назови... А, это не я. Это ж вы говорили. А судьи кто? Я про судьи ничего такого не говорил. Что у вас есть? Значит, у нас все, что было расписано, не знаю, никто не читал, кто не прочитал, значит, первый залп от начала соревнований. Когда вы видите ракетница выстрелила, значит, первую щуку уже поймали. Дальше мы идем уже до конца времени. Понятно, да? То есть второй залп это пойманная первая щука. Можно уже не к судьям не подходить, не бежать сюда на регистрацию, не показывать руку, не поднимать, чтобы первую щуку взяли. Сейчас, секунду. 5 секунд. Я сейчас до этого дойду. Вот, значит, получается, давайте, вот сейчас, грубо говоря, пол девятого. Мы сейчас бабахаем, все разбежались, начали расставляться. Тех, кого стоят джерлицы, ребят, побудьте здесь, дадим фору ребятам выставиться. Просто кто со вчерашнего дня. Я думаю, можно будет... помочь. Я думаю, да. Ну или помочь, да, мы сделаем. Да, пошли. Пошли. Просто регистрация. Хуя не первый раз. Туда ехали, за ними гнались. Оттуда едут, за ними гонятся. Такая интересная у людей Во-первых, приехал сюда, как являясь участником клуба «Времяпровождение рыбалка». Вот, зовут меня Дмитрий. Вот. В клубе объявили соревнования 31 на 1, 1 сегодня 1 февраля. Последний месяц зимы, как говорится. Вот. Ну что, все участники группы практически собрались. Вот, с Москвы приехали. Там, с озер, с Луховиц. И все. Вот. The bridges we built to connect. The distance that makes us perfect. Hate dividing us, love reminding us of our shared humanity. Hope can be a shadow fleeting. I would rather die believing. Catching it all in a final act of faith. We seek to understand. We cry with head in hell. Они довольны вы своим успехом?
Ну, пока нет еще. Пока нет. Но мы надеемся, но успехи, да? Успехи есть, у всех успехи есть. Вот, ребята рыбачат, ловят. Ну, понятно. Спасибо вам большое, Дмитрий. Я желаю вам успехов. Где твоя улыбка? Полная задорная. А вот и она, красавчики! Молодцы! Молодцы! Дай ей глаз, чёрт! Всё, всё! Добрый день! С вами Фанас Кирилл Анатольевич. Мы присутствуем на Шрабовском пруду в Зарайском районе. У нас сегодня с 8 утра проводят соревнования. Улов есть, уже первые трофеи есть, соответственно, первые призы ушли, уже ушли людям. С нами большая компания в количестве 38 человек. Призы замечательные, медали, награды, кубки. Вот. Ну а оставшимся участникам желаю ни хвоста, ни чешуи, здоровья, семейного благополучия. Ну, а самое главное, что все было на позитиве. Уже у нас уха, все кипит, картошечка жарится, но остальное все будет отлично. Thank you.
Меня зовут Руслан. Я приехал на эти соревнования в качестве ассистента. Помогаю таким мэтрам зарайской зимней рыбалки, как Сергей Владимирович Калиденко, Дмитрий Николаевич Мареев. Благодаря им мы попали на столь прекрасное мероприятие, организованное такими замечательными рыболовными коллективами, как из Коломны, из озер. Благодарим их за это. Прекрасный праздник для души, для мужчин. Что сказать, прекрасное объединение с природой. Несмотря на то, что клев сегодня не особо хорош, все равно есть победители, есть улов. Остается, так сказать, порадоваться за них и пожелать дальнейшего замечательного улова. Спасибо организаторам, природе, зиме. Опыт как потенция приходит годами. На рыбалке и не сварить уху. Не, мы вчера сварили уже, вчера делали. А, ну тогда все. Просто. Самой быстро растущей группы Московской области время провождения рыбалка для того, чтобы продемонстрировать свои коптильни. Спутница рыбака. Это карельская пушинка, самая легкая коптильня на рынке. Мне здесь очень понравилась организация. Атмосфера соревнований, все естественно, по-доброму, шутками, прибаутками. Я показал ребятам, как коптить рыбу. Мы скоптили определенное количество щучек. Ребята попробовали, тоже всем понравилось. Ну и, соответственно, раз людям понравилось, значит, и мне понравилось. Он, главный, спрашивает, почему вы пьете? Где пьет один верблюд, житель пустыни. И рыба копченая не пьет. А чего и пить, она сама же. We'll be right back.
Привет, как поживаешь? Права. Новый анекдот знаешь? Знаю, права. А может быть, не может быть, права. Делаем три подряд лунки. Потом ваш бур должен оказаться в первой лунке. Когда он упадется вниз, это и есть финиш. Давай! Давай, Фил! Фил! Вперёд, ты куда пошёл? Макс, давай, 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 давай! Давай, Фил! 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 Вперёд, куда пошёл? Давай, вторую, вторую нашёл! Давай, нашёл, давай! Немножко перед основным вручением у нас был фотобаттл новогодний, кто если помнит. У нас был победитель Кирюша. Где он? Кирюха, где он? Иди сюда. Все, нет, завали. И сертификат от магазина Сплав, опять же, наших партнеров Коломны на 25% скидку. Весь список, пожалуйста. Контур забор все помним. Да. Победителя сюда вот. Александр! Это сертификат на 10 литров пива от нашего спонсора. Ауга! Заедет, который человек, который не пьет. Стой. Это ресторанки. Поеду. На черный день оставлю. Итак, сертификат от магазина Сплав на покупку со скидкой 25%. Поздравляем! Все. Так, теперь поехали. На соревнованиях присутствовали девушки, да? У нас есть такой партнер, как чай-кофе город Луховицы, который находится в КАДО, который тоже предоставил небольшие подарки. Это для девушек! Это для девчонок! Давайте! Студент, комсомол, спортсмен, наконец она просто красавица. Я не знаю, как для кого, для нас, для всех было удивление поймать здесь лещей, поэтому это самый неожиданный приз. Это у нас Фильков Сергей. Где он? Ну они пока на подходе, но все равно похлопаем. Может, у него подойдет, получится. Кто знает, может, подойдет, то получит. Давай. Так, Сергей награждается бесплатной путевкой на платный водоем, который называется «Рыбалка Бородина», находится в городе Видном. Данная путевка дает право на один бесплатный проход с безлимитной нормой вылова. Путевка действительно до конца 2015. Красиво! Поехали дальше. Четвертый приз. Значит... Раз ты у нас много ловишь, а давай вот здесь прям раз и тебе нужно будет таскать. Это от нашего партнера, от магазина города Озеры, рыбачок, который находится на втором этаже. Сейчас визиточку дам, можешь прийти, так, держи. Да. Секунду, еще не все, это только начало.
Также сертификат на магазин сплав, это одежда. Так, дальше. Да уйди ты. Вот. От нашего другого партнера рыболовного магазина города Коломны подарил необычный подарок. Это грелка для рук, которая зимой всегда пригодится. Уже с патронами. Time after time I've done my sentence. Нас на пьедестал, третье место. Медаль на, за отвагу. Так, и поехали. Шампанское доставай. Чтоб не замерзнул. Так, значит, поехали дальше. На третье место. От интернет-магазина, который так наш партнер с города Рязани. Нож, визитка. Посмотрим дальше. Клубная карта. У нас называется Невежин Дмитрий. Она снимает, да? Выйди, не ходи. Так, ну, соответственно, за второе место мы начнем с маленького мангальчика, который вам достается. Да, шашлык тебе. Шашлык по-любому. Пиво. На следующий съезд. Дарится сертификат на стоимостью 1000 рублей в интернет-магазине рыболов. Вы не поверите, где этот интернет-магазин находится. Он находится на Украине. Люди, подключились к нашему клубу. Интернет-магазин закажет, доставка за его счет. То есть выбираешь товар, и тебе приходит товар по почте. Опять же, от Алексея, от магазина, рыболов города Озеры, который предоставил кан, опять же, к тебе. Ну, и... Шеврон, ну и уже как первые два места, самые у нас популярные, за первый год, самый большой, диплом настоящего клевого рыбака. Это все вам. Ну... Да. Кого мы ждали, кого мы вызывали за щуку самым большим весом. У нас вызывается, опять же, Сусин Александр. Давай, давай, прыгай, да, прыгай. Да, да. Красавчик! Молодец, Саня! Мы старались. Да, тебя, блядь, тут только щукарь неправильно лежит, не то. Ну, поехали. Так, не надо. От призов поехали. Значит, ящик рыболовный, земли от магазина рыболов города Озер. Поток от магазина города Зарайска. Клади все в ниву, свою не поместится. Опять же, сертификат на 1000 рублей в рыболовном магазине с Украины или в Украине, я правильно. Ну и самый главный приз. Большой мангал. Даются мне джентльмены. Это была комедия. Причала рыбачил апостол Андрей, а спаситель ходил по воде.
И от этой картины Андрей охренел, он такого не видел нигде. И Андрей закричал: я покину причал, если ты мне откроешь секрет. И спаситель ответил: спокойно, Андрей, никакого секрета здесь нет. Видишь, там на реке толстый слой вещества. Это вещество называется лед. Он на этой реке лежит месяца два. Зима на дворе, зима на дворе, зима на дворе, идиот. Учитель, мне пофигу, лед или пар, в этой химии я полный ноль. Ведь лед хоть и твердый, но тоже вода, а вода остается водой. Осерчал тут спаситель и топнул в сердцах, и наскреб на диске телефон. У меня тут дурак и Андрея в силках, увезли санитары в дурдом. Видишь, там на реке толстый слой вещества. Это твердое вещество называется лед. Он на этой реке лежит месяца два. Зима на дворе, зима на дворе, зима на дворе, идиот. Видишь, там на реке толстый слой вещества. Это вещество называется... Крендель такой идет. Ну, навстречу ему малый такой, ну, худощавый. А тут такой качок идет. Он такой: слышь, говорит, а что ты так ходишь-то? Да я, говорит, качок. Ну и что, говорит, если я ебаешь, что ж я так должен ходить?